протяжении 10 лет детский образцовый хореографический ансамбль «Ангарята» не перестает удивлять и восхищать интересными сюжетными идеями. С каждым годом растет и исполнительное мастерство танцоров, о чем сегодня свидетельствует каждый номер концертной программы. Неповторимое оформление номеров, музыкальное сопровождение и реквизит, яркие и красочные костюмы – все продумано до мелочей. Запоминающиеся и оригинальные номера показали тонкий художественный вкус, чувство стиля и потрясающую энергетику. В программе задействованы все 6 возрастных танцевальных групп. И пусть самые юные участники коллектива еще не совсем уверенно держатся на сцене, но уже старательно тянут носочек и держат осанку. А главное, дарят свои искренние и лучезарные улыбки каждому зрителю. Я не пропускаю ни один. Это мое родное. Народные танцы очень люблю, обожаю вообще. Я умиляюсь этой красотой, наслаждаюсь. Здорово вообще. Все номера прекрасные. Слов нет. Все так нравится, столько задора, столько позитива. Такие дети, они такие, ну я не знаю, в общем, они у нас очень талантливые. Прям колорит вот такой российский народный характер именно передом. Настолько прям красной чертой он идет через весь концерт. В свою очередь, он стал замечательным подарком для всех зрителей, оставив массу приятных впечатлений и эстетического удовольствия. Я сегодня первый раз сидела в зрительном зале, получала тоже огромное наслаждение и смотрела, просмотрела ребят, как они работают на протяжении всего концерта. Уже в ближайшее время коллектив ансамбля планирует отправиться на международный проект «Сибирь зажигает звезды», который пройдет в городе Красноярск, где участники ансамбля представят свои лучшие танцевальные постановки. Евгения Логинова, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр» Богучаны.